спускаемся в бесконечные коридоры ада. Но пока идем. Пока идем. Мне пока интересно, что будет. Просто идем. О! Блять. Вот и все. Вот и все. Нихуево. Ну, такого я не видел еще. Нет, ну на самом деле я такого еще не видел. Мы играем с вами роль проститута. Именно проститута. Потому что есть проститутки, да? Это эти шалашовки, шлюхи, тёлки по вызову и так далее. А есть такие же только мужики. Бля, интересно, конечно, ни разу не встречал. А вот игра про одного из представителей данной профессии. Значит, нам нужно идти по такой вот ночной улице. Потом каким-то просто неебическим образом нам нужно угадать, в какую же квартиру нам заходить. По-моему, вот сюда. Да, то есть вот такой вот роскошный дом, я должен каким-то чудесным образом угадать, что нам сюда. А это что такое? А, это стрелочка, наверное, чтобы зайти. То есть нам еще и показывают, но раньше ее что-то не было. Вот мы, короче, звоним в хату. Звук телефонной трубки, блядь. Так, кто это? А, это вы, наверное, человек по специальному сервису. Входите. Да, мы человек по специальному сервису. Вот мы заходим, короче говоря, и здесь мы с вами, ну, немножко можем походить, в принципе, но нам нужно, по-моему, вот в эту дверь. А, нет, сорян, дальше. Ладно, сейчас мы дойдем. Я просто вот еще не ходил здесь, мне интересно, что тут вообще, наверное, все закрыто, да? Ну, короче говоря, вот в чем суть. Мы открываем вот эту дверь и, значит, заходим туда. Да, я так понял, что здесь все остальное закрыто. Угу. На второй этаж еще что-то можно сделать, подняться. Заходим. Здесь сидит одинокая девушка. Голый, который зовут Эмили, слушай. Вот, hello, are you... Ну, типа, она меня спрашивает, ты типа спецсервис что-то такое, в общем. Я могу ответить, типа, специальный сервис, типа, чё? Типа, или нет, или да, я не могу ждать. Вот я отвечаю, да, я не могу ждать. Типа, дорогуша, типа, ты готов? В общем, я сделаю так, что ты меня никогда не забудешь. Прикольная моделька, конечно. Сейчас школьники обфапались, наверное. Она смотрит, блять, выключенный. Ну, как выключенный, вы поняли. Телевизор без сигнала. Гениально просто. Все как бы начинается неплохо, да? Она нас как бы сейчас... Ну, мы так думаем, что она ведет нас в спальню. Мы сейчас с ней потрахаемся. Но не тут-то было. Она ведет нас, знаете, куда? В подвал. Да, есть еще одна загвоздка, это то, что, во-первых, мы не можем ее обойти, как бы мы ни пытались, нас просто туда не пустит дальше посмотреть, что же там такое. Во-вторых, мы можем ей вообще на голову вот так вот запрыгнуть, потом в текстурах оказаться и еще иногда застрять можем. Очень долго она спускается, вот это надо вот смотреть, как она своим дуплом виляет. Иногда она может даже заглючить. Your present is downstairs. Типа, твой презент, скажем так, вниз по лестнице, детка. Это она говорит. Вот, но мы типа идем, такие, все нормально. Ну, бля, действительно, тёлка, которая хочет секса, позвонила, ведет нас в страшный какой-то подвал. Действительно, что может случиться? Вообще, по-моему, нихуя, правильно? Мы с тобой, хотел сказать. Ну, понятно, со зрителем вот смотрим на эту дичь, ждем, пока эта курва спустится. Идет она чертовски медленно, наверняка, чтобы не привлекать внимания, заманить нас. Думаю, вы понимаете, да, чем это все может закончиться. То есть, ну, фильмы типа «Я плюю на ваши могилы», да, вот кто-нибудь смотрел серию фильмов, то есть, ну, вы понимаете. «Downstairs, baby, the service for you a lot». Спешл. Ну, короче говоря, вниз пизду и все тебе будет. Вот. А у меня в прошлый раз, сука, двери не открылись. Понимаете, в чем прикол? У меня в прошлый раз она, сука, встала прямо возле двери и ничего не происходило. Ладно. Мы можем ответить, типа, что за херня? Я сваливаю. Потом
I'm not leaking this, liking. Я не знаю, что такое leaking, поэтому пропустим. И nothing, let's continue. Типа, не, ничего, все нормально, продолжаем. Я отвечу, давай продолжим. You don't know. Ты не представляешь, какое удовольствие тебя ждет. Да, я-то, блядь, не представляю. Я таких вот фильмов уже насмотрелся. Я прекрасно знаю, что нас ждет. Мне, безусловно, хочется посмотреть на другие варианты событий, что будет дальше. Так, ну ладно, в общем, ну вот, вот здесь вот уже, вот, вот прям в этот момент уже надо было бежать, как психопат ебучий. Нет, конечно, еще раньше надо было, но... Ну ладно, ладно. Тут какие-то вот, смотри, ну смотри, куда нас ведет, а, ну ты посмотри, ну ёб твою мать, да тут уже любой бы сдриснул отсюда. Смотрите, бог секса. Надеюсь, мне за это бан не дадут. Так, уважаемый Ютуб, вот это картина. Это картина. Это не порно. Так, а там что-то... Ой, блядь. Вот, по-моему, там один из ее этих заложников сексуального рабства. А это что такое вообще? Это я не знаю, какая-то плитка обвалилась, что это. Вот она нас продолжает куда-то вести. Господи, я, честно говоря, уже задолбался ждать, пока наконец-то она или превратится в монстра, или начнет нас мучить. Эмилия. Так, we about to arrive, honey, you present. Чего? Типа, твой подарок уже близок. Типа, ты нервничаешь? Дорогой, ты нервничаешь? Are you nervous, honey? Something the matter? Короче, давай. No, nothing, let's go. This place is disgusting. Короче, продолжаем. В общем, пока еще идем вниз. This is attitude love. Да иди уже, блядь. Так, ладно, продолжаем спускаться в ад. Может быть, серьезно, это какой-нибудь демон. Мы просто спускаемся в бесконечные коридоры ада. Но пока идем. Пока идем. Мне пока интересно, что будет. Просто идем. О, блядь. Вот и все, вот и все. Я же говорил, что это тварюка. Вообще, рожа, конечно, была смешная. Я сейчас немножко так присернул, но рожа была у нее, конечно, смешная. Сука. Фу, падла галимая, а. Блин, если бы она была в чулках, это, конечно, было бы покруче. Неважно. Так, сейчас опять наверняка эта скримерская рожа появится. Но вы видели, да, что произошло? Я же говорю, что это тварюка какая-то. Так, ладно. Идем, пока идем. Не знаю куда, но идем. Так, чего? Куда ты в стену идешь, дура? У тебя дверь посередине, ты че? We arrived, darling, behind. Так, чего? Мы вернулись, чего? Ага, открываем дверь, короче, сейчас пиздец, да, будет? Блять, только не скример, блять, только не скример. Че это за хуйня? Только не скример, бля, сейчас будет скример, он повернется, там рожа страшная. Че это такое? А, нас по башке типа ударили, я понял. Ну вы поняли, да, короче, классический фильм ужасов, серьезно. Классический просто, вот сейчас, сука, появится рожа. Вот, блядь, сейчас чувствую, вот жопа прям начинает нагреваться. Вот, сука, страшно же, блядь. Сейчас такая рожа из ниоткуда, бабах. Давай, раз, два, три, ой. Там опять прописали в ебать, что ли? Ой, вот оно, ой, ёб твою, ох, ёб твою мать, это что, ведьма из Left 4 Dead, что ли, прям, серьезно, там когти такие же. Фу, мать твою, боже мой. Чё? О, у тебя чё, руки, ой, бля. Так, who are you, кто ты? Это не имеет значения, я так понял. Эта ведьма послала нас, чё, блядь, не успел прочитать. Let's escape. Как ты попал сюда? Человек в баре дал мне этот адрес. Он сказал, что я могу провести хорошо время. I don't want to end. Я не хочу сдохнуть здесь, короче говоря. Вы поняли, да? Вот реально неплохая игрулина довольно. Так. А, он еще испанец. Я не знаю, что такое по-испански. Так, let's escape this place. I don't have any strength left. Короче, у меня нет сил. Но, может быть, ты сможешь. Before... До того, как она поймала меня, я что-то там работал. Короче, где-то. Ну, в общем, рассказывает нам дружище-испанец свою историю.
нам это безумно интересно, come with me, пошли со мной. Нет, я не могу, больше не могу, но ты сможешь. You just came... Короче, он говорит, что у него все болит, бла-бла-бла, он там заебался. Короче, а ты типа только попал сюда, сильный, в общем, ты справишься. Да, чертова коробка, only way. Единственное место, чтобы свалить отсюда, это дверь не открывается, ну, открывается, точнее, аварийным способом. She always hides the manual. Она постоянно прячется. Эта сука любит поиграть. Ой, хорошо. Exit. В общем, мы узнали кое-что. Box key. Ага. Ключ от коробки какой-то. Ладно. В общем, что делать-то? Это еще и, сука, против ведьмы этой бегать. Ладно, мне дали какой-нибудь... Я начинаю нервничать, серьезно, немножко. Так, it seems she won't give her special service. And go carefully and try escape from this goddamn place. Ага, она мне типа дала шанс, я должен туда слинять, да? Так, ладно. Давайте просто пойдем по коридору. Вот просто, блять. The door is this way, baby. Дверь... Ой, блять. Ой, блять. Оно за нами бежит. Ой, мать твою, за ногу-то, ёб твою мать. Ох, нихера себе. Вот это да. А, так она в темноте пряталась все это время. Ладно, ладно, ладно. Бежим, бежим. Привет, курва. Чё ты шустрая до хера? Куда? Куда? Это чё, кинцо? Нифига. Открывай дверь. Да выбивай ты её. Всё, пиздец. Сейчас скример будет. Блять. Не надо. А, не, всё. Thanks for playing demo. Всё? Да? Я меню на всякий случай нажму. О, вот я в опции лучше пойду. Субтайтлы даже есть. Ленгвичи. Фу, ребята, вот такая вот демка оказывается у нас. Я думал, будет полноценная игра. Но тем не менее, согласитесь, игра хорошая. Вот серьезно, графика дерьмо, но игра хорошая. Серьезно, вот сюжет очень интересный. Конечно, было бы интересно свалить в самом начале. Интересно, смогу я здесь? Нет? Давайте попробуем. Я все-таки, как уже сказал, хочу посмотреть, что будет, если мы будем отвечать с вами другими способами. Получится ли у нас, не знаю, сбежать сразу? Ну, давайте посмотрим. Так, да. Угу. Отвечай, давай, давай, быстрей. Да. Так, вот давайте попробуем еще раз. Вот мы сейчас заходим опять в эту дверь. Вот в эту, да, вроде бы? Вот, давай. Вот тут сидит у нас шлюшка. Сука, ну у тебя репа страшная, блядь. Так, давайте попробуем ответить сейчас. Типа, какой еще special service? Так, хоть your friend paid, so... да, сладенький, ну, горяченький, не знаю, в общем, типа... Так, какой друг? What is service? Yes. Так, какой друг? Come on, if you don't know. Типа, какой, ну, я спрашиваю, какой друг? Она говорит, как, ты что, забыл? Так, walking, I've came before. Can we start already? I've came before. Я не знаю, что такое came before. Так, well, I've been working here for 5 years and don't remember. Короче говоря, она, типа, отмораживается, типа, в общем, maybe you don't remember me. Or give special service. I don't think so. Короче говоря, как я уже сказал, она... Ну, мы пытаемся узнать, кто она, что она, кто ей дал, типа... Ну, откуда она нас знает, в общем, она морозится. Короче, yes, no, no, нажму. Why? I don't... Типа, почему ты не хочешь? Я сделаю свою работу очень хорошо. Я не уверен. I'm the right one. Ты уверен, что я тот, кто тебе нужен? Ok, I want a special... Я не уверен, нажму. Так, она нас продолжает убеждать в том, что, типа, все нормально, не ссы, братан. I don't know, I'm little shy. Чего? Take it easy, I can get you. Капец, тёлка, которая уламывает тебя на секос. О, её глючить начало, ёб твою мать.
Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас что? Are you gay? Yes, я гей. Ну, в смысле, не я, а... Блядь, надо запикать будет. Сука, сейчас что-то... Ой, блядь. Ой-ой-ой. Кажется, подгорело. Ой, бляха, муха. Ой, сейчас скример будет. А, it's a shame. Какой-то шейм, не знаю, что это. Ой, сука, сейчас будет рожа. Чё, блядь? У меня игра просто вылетела. Всё? Что-то будет вообще, нет? Похоже, что нет. Ладно, ещё раз попробуем. Так, ну давайте полюбуемся под приятную музычку опять её жопой. А я, собственно, чё хочу сделать? Вот когда мы спустимся к двери... которая у меня забаговала в прошлый раз, я хочу ответить не «идем дальше», а типа «я сваливаю отсюда», типа «что это за херово место, я валю отсюда». Мне вот интересно, что будет в этом случае. Так, ну давайте посмотрим, вот, по-моему, где-то здесь. Да давай, шуруй, ты что ты стоишь? Заманивает она. Вообще, прикиньте, блин, дом, да, а такое подвалище. Это как вообще выстроить-то можно было? Это, сука, целое бомбоубежище прям. Так, дверь здесь уже нет. А, еще следующий этаж. Ну вот видите, да, я не могу как бы оббежать ее, никак обойти. То есть, такой вот скрипт, наверное. Не получается. Так, все, приятная музыка закончилась. И мы спускаемся в ад. Но я вот попытаюсь сейчас свалить. Мне вот просто дико интересно, что же будет. Наверняка она нас захочет схавать. Это же логично. Так, ну давай. Господи, вот так медленно вот это идет. Мужика, наверное, шишка дымится уже, а вот это тянет, тянет. Так, ну давай. Так, I'm not liking. Ну, короче, валим отсюда. But we about to arrive. Чего? Why? Why you... Ой, бля. Ой-ой-ой-ой, кто-то сейчас превратится. Опять скример, да? Мужик, блядь, беги. We so close. Мы слишком близко, чего? Я ненавижу тебя. Все, пиздец. О, смотри, ведьма стала. Никак. Нихуёво. А я убегать-то... О, боже, я бы еще проверил, можно ли сбежать или нет, но... У меня опять игра, сука, свернулась. Ай, блядь, дебилизм. Так, ну все, больше я бегать уже не буду. Конечно, я бы еще попытался проверить, можно ли от нее сбежать или нет. Но мне что-то вот, честно говоря, впадло. И я, кажется, понял, да, почему нам нужно конкретно в этот дом. Так как подняться по лестнице вот в тот, например, нельзя. Видите, пройти на соседнюю улицу тоже нельзя. То есть тут все ограничено. Вот здесь, наверное, тоже, да, нельзя пройти? Ну-ка. Да, вот здесь тоже нельзя пройти. То есть логично, что нам только в один этот дом. Никакого вот, не знаю, паранормального дерьма мы с вами не наблюдаем, да, то есть вот, кроме вот этого вот глаза какого-то, не знаю, очка вот этого светящегося, оно какое-то очень странное. Окей, в общем, наверняка сбежать не получится, скорее всего, двери будут закрыты, она нас поймает и все равно грохнет, но вообще круто, мне понравился сюжет, игрушка вполне себе. Если бы на каком-нибудь Unreal Engine в 4-м была, то вообще не было бы, наверное, цены. Все, с вами был Sky, всем пока, и странно, что у этого дома номер не какой-нибудь там 666, хотя это бы привлекало внимание. Всем пока!